Сегодня у нас апрель месяц, 9 апреля. Приехал на дачу, думал выставить еще стропила. Вот так вот начал менять. Что у нас тут видно? Так, что у нас тут видно? Вот этот. В общем, приехал на дачу. Хотел выставить стропила уровнем, этим самым лазерным уровнем. Солнца ничего не видно. На сегодняшний день вот так вот у нас продолжается стройка. Кое-что, конечно, поменялось. Разобрал стык крыши, который уходил вверх. Выгреб оттуда вот в этой дырке. Вот в этой дырке. У меня было много очень птицы, короче, наносили эти самые. Наносили себе устилку, то есть травы всякой понаносили. Я ее оттуда выгребал, выгребал. Сколько смог, то сколько выгреб. Излюбленное место птиц, вот они мне там дырку сделали, придется дырку как-то заделывать. Как только щель появляется, эти маленькие птички, они залазят в эти щели и бьют гнезда, вот что очень неудобно. Ну а что здесь? Здесь я собираюсь сделать крышу. Вот так вот нарастил стропила. Сейчас мне это стропило нужно где-то где-то в этом месте отпилить. Точное место, я думаю, мне мне уровень лазерный покажет. Уровень лазерный я хотел вот такой использовать, то есть какой купил, вот какой есть у меня в наличии, вот такой, таким и пользуюсь. Купил я его в прошлом году, этот уровень. Я думаю, в стройке он будет мне как раз то, что надо. Единственное, что когда солнце, им ничего не видно. Вот как он работает. Да, он легко работает, по сути. Вот так вот он выглядит. Вот так вот он включается. Вот он уже включен. Вот он какие-то показывает нам. Показывает туда и показывает туда. Здесь есть замок. Вот замка мы снимаем. И он у нас качается, качается и устанавливает свой уровень. Вот. Видите, солнце и ничего не видно. Вот можно на стенку посмотреть. На стенке. Да, вот на стенке видно. Но чем темнее, тем он лучше виден. Четкая полоса. Был выбор у меня между разными уровнями. Мне что-то понравилось именно скилл. Я решил именно его взять. Он показывает три диагонали. Вот еще боковая. Вот. Вот он пищит, когда ему что-то не нравится. Вот он показывает у нас на эту стеночку. Мы видим. Вот он показывает. И одновременно он показывает, то есть угол 90 градусов. В общем, пока я им пользоваться не смогу, потому что ничего не видно. Вот смотрите, погода такая. И он включен. Вот. Но, увы, я только деревяшку я вижу. А дальше все ничего не понятно, ничего не видно. Но это пока светло. Вот. Будет темнее, конечно же, я думаю, что я его смогу настроить. Вот. Тут пока не погаснет у нас вот эта вот лампочка сверху. О, погасла. То есть это я его выключу. Тут также есть в настройках, что-то у нас еще есть в настроечках. Вот мы его включили. Зеленая лампочка горит. Показывает нам. Можно зафиксировать, то есть замок взять. И уже потом можно выставлять желаемый угол и по этому углу что-то делать. То же самое, другой уровень возьмем. Вот у нас что тут у нас? У нас вот она стрелочка. Ну и тут так можно настраивать тоже любой, что нравится. Это если на замке она стоит. Вот так вот на замке стоит. Замок снимаем и уже он уровень показывает, то есть уже болтается маятник там, и поэтому если что-то не так, пищит, пока не установится ровный уровень. Вот такие вот, так вот совершенствуемся. Да, любой инструмент, он помогает строить прежде всего. Также и уровень. Ну единственное, что вот у него такое гнездо под какой-то болт. Резьба непонятная, честно говоря, какая-то там обычный болт не подходит. В общем,
Я его купил без всяких креплений. Так для меня было самое дешево. И пользуюсь им так вот. Думаю, может, со временем какую-то стойку для него сделаю. Вот, тогда он будет уже на стойке. Ну и болт, я не знаю, где этот болт брать. Может, куплю где. Я думаю, он простой, а там какая-то специальная резьба. К сожалению, нужно думать, прежде чем пользоваться. Ну, на крепление, естественно. И обычный болт закручиваешь, но он плохо закручивается. То ли деревянный сюда придумают, то ли пластмассовый, даже не знаю. Еще буду думать. Ну, в общем, такая вот ситуация у нас происходит со стройкой. Я думаю, что в ближайшее будущее здесь у нас будут стропила. Вот. Потому что, по сути, у меня все есть. Вот. Есть доски, есть необходимый материал. То есть металлочерепица. Там не хватает буквально капельника. Не хватает какого-то там металла. То есть уже такой козырек, вот, который там сверху. Вот такого козырька у меня не хватает. И боковушек пару ветровой планки. А так, по сути, все есть. Еще не хватает времени, как обычно. В общем, такие вот у нас дела со стройкой. Снял я это для себя фактически. Вот видео, которое в прошлом году снимал, пересматривал. Мне это очень пригодилось. Вот такие вот дела. Стропила. Прикручивала их, конечно же, к тем, которые у меня были. Вот еще эту стропилу буду прикручивать. Там прикрутил. Десятка у нас десяткой. Вот, надежно держится. Вот, доска какая тоже была. Я с такой доски раньше делал стропилу. То есть стропильную гнал, она осталась у меня в наличии. Брал с запасом. Сейчас, думаю, использую для того, чтобы не покупать. Вот, чем что есть, тем и буду пользоваться. Вот, надеюсь, что сделаю здесь крышу.